Днепре местные жители собрали посылку для министра юстиции Павла Петренко. Активисты утверждают, что именно по его указке происходят рейдерские захваты земли. Например, один из участков на берегу Днепра пытаются отжать новые владельцы и на месте зоны отдыха построить заправку. Собственник доказал в суде свое право на землю, но судебные исполнители реализовать решение не спешат. Собравшиеся положили в посылку доильный аппарат, как символ работы Минюста. Участие в акции принял народный депутат Сергей Каплин. По его словам, если никакой реакции не последует, то акции протеста продолжатся вплоть до перекрытия дорог. Имея такую прекрасную реку Днепр, зону отдыха и все остальное, сталкиваемся в большинстве своем, не то что бесхозяйственным отношением. Выделяется земля, заправка. Переключили заправку, нефтепродукты в река Днепр. Абсолютної бездіяльності чи злочинної діяльності Міністерства юстиції по території всієї країни направити проект постанови про відкликання міністра юстиції Петренка з посади міністра юстиції. Ми звертаємося до міжнародних інститутів, ми звертаємося до НАБУ, до Генеральної прокуратури. Якщо ті люди, яких я перелічив, Зайцева, Ібрагімов, керівник Мілма, не заберуть руки від цієї земельної ділянки, ми готові проводити масштабні акції протесту.